Зрители телеканала «Донбасс» выбрали самый празднично одетый город. Почти полмесяца они голосовали в социальных сетях за лучшую светоиллюминацию. Соревновались 23 города. Наши журналисты, как и обещали, приехали в город-победитель. О самом красивом декоре огней. Дмитрий Кочергин. Чтобы выбрать город в случае новогодней иллюминации, в голосовании, которое проходило на страничках телеканала «Донбасс», приняло участие более 600 человек. За звание самого праздничного украшенного соревновались 23 города, где расположены предприятия ДТЭК. На световой декор компания потратила более 5 миллионов гривен. Мы же компания не только энергетическая, мы компания, которая продвигает тему энергоэффективности. Поэтому все вот эти лампочки, которые вы видите, они обязательно энергоэффективны. Это на самом деле светодиоды. Поэтому, несмотря на довольно большое количество света, которое они производят, оно употребляет очень немного электроэнергии. Для всех городов светоиллюминацию изготавливали французские декораторы, которые украшают огнями Эйфелеву башню. По итогам голосования в первую пятерку попали и Кировская, Курахова, Донецк и Симферополь. Но бесспорным лидером стал Зугрес. За него отдали почти 30% голосов. Для небольшого города энергетиков, одетые в огни улицы, стали настоящим событием. Каждый день приходишь сюда? Да, каждый день. А что тебе здесь больше всего нравится? Вот эта елка. Полюбоваться новой достопримечательностью жители Зугреса приходят целыми семьями. Давно такой красоты не видели. Это действительно очень здорово. Это для наших жителей замечательный праздник. Потому что, ну, хочется красоты вот в наше такое сложное время. Сейчас еле украшены иллюминации не по всей высоте. Дело в том, что несколько гирлянд украли в первые же дни, хотя в быту они бесполезны. Поскольку у нас население любопытное, естественно, эти гирлянды обрывало. После чего, естественно, приходилось восстановить. Вот, допустим, вот на этой елке ее приходилось дважды наряжать в этом году, поскольку первый раз у нас гирлянду успешно украли. ДТЭК намерен передать светоиллюминацию в собственность Зугреса. В наших городах иллюминации на самом деле очень мало по сравнению с крупными, и люди очень воспринимают это положительно, и это как подарок. Эта иллюминация передается на баланс города, которая в дальнейшем, в следующий год и много-много лет еще будет приносить радость людям. Зугрес будет одет в праздничный свет до крещенских праздников. Дмитрий Кочергин, Людмила Барток, Игорь Монастырев, телеканал «Донбасс».